2016 році спостерігався незначний приріст випадків захворювання на туберкульоз серед мешканців Мелітопольського району. Якщо у 2015 році було зафіксовано трохи більше 100 нових пацієнтів на 100 тисяч населення, то у 2016-му їх кількість зросла на 18%. Про небезпечність і підступність хвороби добре знають лікарі районного центру первинної медико-санітарної допомоги і зазначають, що дієвим профілактичним заходом боротьби проти недуги є щеплення. С прошлым годом мы выполнили ее на 100%. Благодаря нашим усилиям и усилиям нашей райдержадминистрации была закуплена вакцина, и дети, практически все дети они были вакцинированы и проведена ревакцинация вакциной БЦЖ. Люди здебільшого не звертають уваги на підвищення температури тіла, яка може іноді свідчити про те, що у вас уповільнена форма туберкульозу. Температура, которая небольшая, 37,2 градусов, и она длительно существует в течение, допустим, 2 недель, и нет причин заболевания, нету причин этой температуре, то прежде всего нужно обратиться к семейному врачу, потому как это является одним из симптомов вялотекущей формы туберкулеза. Кроме этого, к этому подключается еще кашель в течение 2 недель, отделение мокроты, кроме этого, курение. Люди, которые живут в семье с больным, с туберкульозом, должны обратить на себя внимание, обязательно быть обследованы у семейного врача. Заступник головного лікаря центру ПМСД Яна Мандич розповіла, яка категорія людей відноситься до групи ризику захворювання на туберкульоз. Люди, которые курят, которые часто мигрируют в связи с тем, что у нас, например, многие жители Мелитопольского района находятся на заработках в других регионах, например, или даже в других странах, то они просто забывают элементарные вещи, например, сделать флюорографическое обследование. И хотелось бы напомнить, что люди, которые незащищенные слои населения, которые мало обеспечены, они также являются группой риска. Люди, которые освободились с места лишения свободы, относятся к группе риска. Обстежитись можно двумя способами – методом флюорографического исследования и сдать анализ мокротиння. В прошлом году путем методом флюорографии было обследовано почти 18 тысяч человек, а выявлено больных туберкулезом всего лишь 12. Представьте себе, 18 тысяч, сколько это финансовых затрат, и 12 человек. А методом бактериоскопии обычную мокроту посмотрели. Обследовано было всего лишь 173 человека и выявлено при этом 8. Лікарі говорять, що кожна людина може безкоштовно обстежитись в амбулаторіях за місцем проживання. Прийти к доктору, доктор посмотрит пациента. Если есть показания для сдачи мокроты на туберкулез, пациенту выдадутся заборники одноразовые, которые абсолютно бесплатные, закуплены администрацией центра. Сделается двукратная, то есть сегодня, через несколько дней делается двукратная, в лаборатории центральной районной больницы. То есть как бы сдаются на месте, а медики, наши медики отправляют, сами транспортируют эту мокроту непосредственно в ЦРБ. Лікарі радять не нехтувати своїм здоров'ям та у разі нездужання звертатися до свого сімейного лікаря.